Эти девайсы на кухне точно пригодятся, и они реально работают. Проверено. Всем привет! На кухне есть много различной техники и приспособ. Одними вы часто пользуетесь, а другими раз в месяц, и это в лучшем случае. Но сейчас я вам покажу такие товары, которыми вы будете пользоваться чуть ли не каждый день. Они реально полезные и проверенные некоторыми кулинарными блогерами, поэтому я и решил вам посоветовать эти кухонные товары и специально сделал для вас эту подборку. Обязательно пишите, что вы думаете про эти приспособы, и делитесь этим роликом с друзьями, если товар реально понравился. Кстати, в этом ролике будет конкурс. Приятного просмотра! И первое, с чего мы начнем, это бутылочки для соусов или масла. Используются абсолютно на всех профессиональных кухнях. Цена мизерная, но при этом штука очень удобная и практичная. Вы скажете, что все давно знают про подобные бутылочки и видели их уже в китайских магазинах, но почему тогда ими не пользуются? Вот у вас такие бутылочки есть на кухне? Думаю, что нет. Разберем на примере масла их полезность. В бутылке из-под масла большое отверстие, и вам будет тяжело добавить именно нужную порцию масла в блюдо. Да и на столе большой бутыль с маслом выглядит некрасиво. А с такой бутылочкой и налить можно столько, сколько нужно, и вид она не портит, и достаточно вместительная. Можно также налить в нее кичунес и добавить терияки, смешав все в середине, и вы получите териячный кичунес, который удобно налить, например, на макарошки. Короче, штука полезная и очень классная, рекомендую. Следующий предмет – это дуршлаг, но не такой, как у вашей бабули, а усовершенствованный. Ширины ручек у такого сита хватает практически для любой раковины, и такой прибор значительно упрощает процесс готовки и последующего промывания или слива воды. В повседневной жизни раздвижные ручки намного удобнее, если сравнивать с обычным круглым дуршлагом, который есть на большинстве кухонь. А если еще вспомнить, что круглый дуршлаг любит переворачиваться, если он полный, то новый с раздвижными ручками – это прям must-have. Еще один полезный девайс вам в кухню. Берите на заметку и пользуйтесь. Следующая штука понравится всем, кто любит стейки, да и вообще мясо. А мясо любят все. Прибор для отбивания мяса. Полезности на миллион, а стоит прям копейки. Он позволяет работать бесшумно, ускорить процесс обработки и сократить время приготовления продукта. С помощью такого тендонайзера можно сделать стейк объемным и при этом сочным и нежным. Тендерайзер препятствует выгибанию и скукоживанию мяса во время жарки. Прорезы способствуют быстрому прониканию маринада и специй. Подходит такая штука для размягчения и маринования кусков мяса, филе птицы или рыбы. Тендерайзер надсекает продукт одновременно тонкими и острыми, как скальпель, лезвиями из нержавеющей стали. Многие могут усомниться, полезен ли тендерайзер, но это до тех пор, пока сами не попробуют этот инструмент в действии. Зажимы для пакетов. Про них также все знают, и благополучно почти никто не пользуется. Вот вы пользуетесь такими зажимами? С этой приспособой вы любой открытый пакет загерметизируете, закрыв его этой штукой. Закрыть можно любой пакет, например, из-под муки или из-под хлеба, который высыхает, заветривается и плесневеет, если открытый пакет. Да и вообще перегодится с многими пакетами. Про полезность этого девайса, думаю, говорить не стоит. И на любой кухне он найдет применение, точно. Стоит копейки, а полезность большая, берите на заметку. Рычажный штопор. Намного удобнее других штопоров с иными механизмами открытия. Можно купить его и у нас, конечно, не заходя на Алиэкспресс, но у нас цены на них просто капец, лучше уж подождать с Китая. Данный рычажный штопор позволяет открыть бутылку быстро и без особых усилий. Не нужно будет стоять, корячиться и пытаться открыть бутылку, пытаясь вытянуть пробку. Все намного проще. Срежьте капсулу прилагающимся резаком, поместите штопор на горлышко бутылки, сожмите ручки вместе и вытащите пробку, вот и вся магия. Реальным преимуществом использования штопора с рычагом является уровень контроля, который он обеспечивает. Так как ручка надежно удерживает горлышко бутылки во время использования штопора. Стильный дизайн, компактный размер и небольшой вес. Штука просто класс. При готовке на кухне, когда у вас руки жирные и грязные, помыть их может быть не так уж и просто. Но когда у вас на кухне есть автоматический диспенсер для мыла, то никаких проблем с грязными руками у вас не будет. Внешний вид диспенсера отражает его инновационность и простоту современного минимализма. Его верхняя часть сделана из прочного пластика белого цвета. Расположенная внизу емкость для мыла создана из качественного прозрачного пластика.
Этот автоматический дозатор не требует нажатия каких-либо кнопок для выдачи мыла. Чтобы обеспечить полную гигиеничность, достаточно лишь поднести руку, и он автоматически выдаст оптимальную порцию вспененного мыла. У такого диспенсера преимуществ много. Он исключает необходимость касания корпуса грязными руками. Встроенный инфракрасный сенсор дозатора срабатывает, когда к нему подносят ладонь, и тут же выделяется небольшое количество жидкого мыла. Дозатор исполнен из пластика, легко заполняется. Он идеально подходит для жидкого мыла, дезинфицирующих средств, солнцезащитных кремов, увлажняющих лосьонов и так далее. Это отличное решение как для дома и кухни, так и для общественных мест. Держатель для губок. Удобный органайзер для хранения губок и щеток, выполненный из прозрачного силикона. У данного держателя есть специальные отверстия, которые позволяют воде стекать и не застаиваться. Органайзер легко снимается и разбирается, что дает возможность его легко помыть. Основное предназначение аксессуара – это хранение кухонных губок, что позволит вам держать ваши моющие средства в чистоте и порядке. С помощью данного подвесного органайзера ваша столешница останется сухой и не разбухнет от мокрых тряпок. Держатель поможет эффективно использовать рабочее пространство, ведь благодаря ему приспособление для мытья посуды и всех кухонных принадлежностей всегда будет под рукой, что немножко, но все же ускорит мытье посуды. Силиконовый коврик для раскатки теста, для выпечки, для заморозки и еще и с разметкой. Такой коврик – это подложка, на которой легко выпекать различные пирожки, булочки, печенье и так далее. По сути, такой коврик служит прослойкой между десертами и поверхностью противня. Внешне коврики похожи на ткань, которая пропитана специальным составом. Для чего же нужен силиконовый коврик для выпечки? Ответ прост – чтобы ваши блюда не подгорали во время приготовления. Помимо непосредственного запекания на них можно производить и подготовительный процесс, например, раскатать тесто. Многих интересует, нужно ли смазывать силиконовый коврик. Ответ нет, не нужно. Коврик легко очищается. Достаточно протереть тряпкой или сполоснуть под краном. Удобный держатель для бумажных полотенец, который крепится к полке и не упадет у вас, когда вы будете тянуть за бумагу. Кухонные полотенца на таком держателе будут всегда рядом и всегда в аккуратном виде. Также есть подобные держатели и на липучках, которые можно прикрепить, например, под стол или в другом месте, там, где вам нужна бумага. Что скажете насчет такого держателя? Вам в кухне он нужен? Алюминиевая фольга для плиты. На кухне применение для фольги можно придумать кучу, но мало кто использует фольгу именно для плиты, а зря. Перед большой и долгой готовкой она идеально подойдет для защиты вашей плиты от жира и не только. Она поможет вам всегда держать плиту в чистоте и порядке, предохраняя ее от загрязнений, а также уменьшит время для уборки. Еще одно из ее достоинств является экономия потребления газа и значительно сокращает время приготовления пищи. Оптимально подобранные формы и размеры удобны и практичны в применении, подходят для любой модели газовой плиты. Можно использовать и обычную фольгу, конечно, но это немного не то. Спецфольга сделана сразу под размер плиты и конфорок, а также она немного толще обычной фольги, да и стоит копейки. Перед готовкой на Новый год или другие праздники такое приспособление ой как пригодится каждой хозяюшке. Чтобы не затягивать с конкурсом, вот его условия. Напишите в комментариях, какие кухонные гаджеты у вас есть дома, которыми вы не пользуетесь и редко достаете. А может, у вас есть и такая техника, которой вы воспользовались вообще пару раз, и теперь она стоит пылиться? Обязательно пишите, есть ли у вас подобные, мне реально интересно. А мы продолжаем. Вакуумный упаковщик. Замечательная вещь для тех, кто любит готовить быстро, хранить долго и безопасно, а есть вкусно и полезно. Теперь вы можете смело покупать продукты впрок и с легкостью брать их в поездку, не беспокоясь, что по дороге они испортятся или потеряют аппетитный внешний вид. Очень быстрое маринование рыбы и мяса под избыточным давлением, которое создает вакуум. Маринад намного быстрее и глубже проникает в поры мяса, что ускоряет процесс маринования в разы. Буквально 10-15 минут вакуума, и мясо можно готовить. Для любителей шашлыков вакуумный упаковщик – истинная находка. А еще используйте вакууматор как запайщик пакетов. Карандаш для чистки нержавеющей стали. У любой хозяйки на кухне немало предметов из нержавеющей стали, но со временем они теряют внешний вид и чистоту.
Для чистки любой поверхности, в том числе и из нержавеющей стали, можно использовать чистящий карандаш. Он легко удаляет нагар и другие пятна, содержит активные чистящие компоненты, не повреждающие поверхность предметов. Но замечу, этот карандаш нельзя использовать для окрашенной посуды. Во время чистки краска снимается вместе с загрязнением. Растягивающиеся силиконовые крышки. Это достойная замена традиционным крышкам фольги или пленки для того, чтобы сохранить свежесть продуктов. Есть аж 5 цветов крышек, а в комплекте идут 6 крышек разного диаметра на все случаи жизни. Этими крышками можно закрыть чашки, тарелки, миски, кастрюли и даже чашу мультиварки. А летом такая крышка будет идеальной для арбуза или дыни. Они хорошо тянутся, потому что изготовлены из пищевого силикона. Причем силикон не тонкий, а на ощупь очень приятный и гладкий. Такие крышки не бьются и легко выдерживают большую температуру, устойчивы к деформации, легко моются и занимают минимум места. Мерный стаканчик с весами и термометром. Зачастую хозяйкам требуется знать точное соотношение между объемом и весом ингредиентов, приготавливаемых блюд. Облегчению этой задачи и способствует недавно сконструированный такой многофункциональный кухонный агрегат, изготовленный по принципу 3 в 1. Прибор предоставляет пользователям возможность сразу вместе узнать как вес помещенного в него продукта, так и его объем и температуру. Надеюсь, что хозяюшки по достоинству оценят все удобства при использовании мерного стакана весов. Специальный антибактериальный коврик предназначен для хранения овощей и фруктов в холодильнике. Ячеистая структура материала предотвращает появление сырости, образование гнили и плесени, не позволяя размножаться опасным бактериям в контейнерах для фруктов и овощей. Впитывает лишнюю воду и конденсат, обеспечивая необходимый для хранения продуктов питания уровень влажности. Благодаря лучшей циркуляции воздуха между продуктами и исключению непосредственного контакта с поверхностями холодильника, способствует сохранению свежести овощей и фруктов на более длительный срок. А также такой коврик можно использовать в качестве коврика для сушки посуды.